Потрясающая пицца, пицца. Все равно поет. Нет меня. Пицца, аппетитная. В Кремлевской стене покоятся останки государственной преступницы. Нет, преступницы не против народа. Это не прощание, Сергей. Это, Сергей, не прощание. Сделайте мне музыку повеселее. И кто же эта террористка, убийца, прабабушка? Чья жена прабабушка? Это убийца. Кто? Это Розалия Залкинда. Землячка. Она же землячка. Улица землячки, то есть в честь какой-то террориста? Да, улица Розалии землячки названа в честь убийцы, которая в 20-м... А что она делает? Расскажи. Которая в 20-м, 21-м году мочила собственноручно крымских татар, мочила всех, кого могла, да, на Крымском полуострове. Подожди, ее внук Удальцов. И ее правнук Удальцов. Теперь продолжает дело бабки? Да, только у него нет в руках оружия. Ну, вы знаете, всю историю делали революционеры, террористы, и Кромвель, так сказать, тоже был с точки зрения... Кромвель обезглавил короля. Робеспьер. Подождите, Кромвель обезглавил короля. И что стало с Кромвелем? Что стало? Ну что с ним стало-то? Его из могилы даже выкопали. Ну, это я говорю, что история, к сожалению, совершенно, так сказать, внушает. А Розалию землячку пока никто что не достал из Кремлевской стены. Она там... А ее правнук еще... Да. Выступает зовет нас куда-то. У него действительно, так сказать, богатые корни и так далее. Мне кажется, он нас зовет как поп Гапон. На площадь, чтобы нас там расстреляли из автомата. Нет, смотри, доктор, все фоны в Германии, да, фоны, фон бароны, да, они строят капитализм, они работают. А у нас тысячелетиями, да, только революции делают вот эти, да, внуки, правнуки этих. Кто этот, кстати, Митрофанов, кто? Кто Митрофанов? Депутат Митрофанов. Ну, а кто? Он кто? Сын? Сын этого посла, не посла, а в МИДе работал там какой-то. По-моему, нет, по-моему, этого, Госплана, руководитель Госплана. Ну, Байбаков, ну, я не знаю, ну, конечно, там дети, конечно, так сказать, политическая элита, она состоит из определенных людей. Нет, но кто, даже у меня, мой ребеныч ездил во Францию и жил у внука Дантеса. Молотова. Ну, политический... В честь которого назван наш город. Ну, элита политическая, конечно, она, безусловно, так сказать, Москве. Так он еще в младенчестве был вывезен во Францию, и там живет... Интересно, а внук, правнук Ельцина потом тоже будет чуть подруливать, нет? Ну, да мне кажется, они что-то подруливают уже там, за границей. Знаете, в семьях, конечно, в семьях революционеров, политиков сохраняются определенные легенды, определенная преемственность. Это и есть политическая элита. Ну, надо же, Удальцов. Это правнук землячки, я не знал. Это же и есть политическая элита. И вынырнула, и, Удальцов. А почему, кстати, в Анатолии протесты поэтому не прошлись? Ну, видимо, это мне кажется от неграмотности наших корреспондентов. Третью часть будут делать и все там расскажут. Я бы в первую очередь определил. Это же какие гены у человека, да? Бабка там расстреливала сотни тысяч людей, да, провокаторша, террористка, да? Но мой родственник тоже, кстати, похоронен в 1905 году. Здесь на вышке только фамилия неправильно написана. Без З. А он кем был? СРМ был. Тоже принимал участие в революции 5-го года. Ну, то есть у вас тоже корни? Ну, поскольку я... Нет, но СР это не как большевики, они не так мочили. Нет, ну, кстати, они тоже принимали участие в активном восстании 5-го года, он там был убит. У нас вообще край-то ведь был такой, белогвардейский. Ну, я... Так никто не хотел за большевиков идти. Ну, потому что здесь Демидов рулил, да, вот эти все. Да не Демидов, просто если работяги работали на заводе и получали в год столько, что можно было купить 5 коров. Ну, у Иванова есть очень хорошие фильмы, снятые книги про историю края, до Петровскую и после Петровскую. Большевики ходили как бандюганы.
и людей заставляли идти на демонстрацию. А ты не хочешь на демонстрацию идти? Мы у тебя дом сожжем. Да ладно. Террористы, большевики, террористы. Вы знаете, революции, конечно, никогда не приводят... Террор. Не приводят лучшую часть, а наоборот, так сказать, все... Мне кажется, надо, чтобы бабло побольше рубило, да? Социальные потрясения, они... На волну поднимают. Кто такой Юрка Тутнев? Вам рассказать его биографию? Давай. Я знаю. Первый секретарь райкома партии. Да какой Тутнев? Какой этого? Комсомола? Какой он палатки выдавал в комсомоле? Какой секретарь? Ну, не важно. Там все секретари были в райкоме. Какой секретарь? Он был... Давайте. В горкоме он был, да? В горкоме он постоянно? Да, в горкоме. Ну, я хочу сказать, что я к чему говорю, что у него тоже биография не отличается, так сказать. И он не в библиотеках сидел далеко. Потому что, к сожалению, в социальных потрясениях на волну поднимается не лучшая часть общества. Пена. Да, поэтому мы тоже пережили 90-е годы революцию и либеральную революцию. И справа, и пришли, так сказать, вот та. И лево. Да, вот она сейчас формирует элиту свою, и видите, и так далее. И правнуки тоже будут, да, их где-то подруливать? Ну, может быть, и правнуки. Ну, я не уверен, что эта система власти долго будет сохраняться. Ну вот смотрите, Владимир Владимирович всего на 20, на 20 лет надолго. Старше тебя, доктор. Ой, какой, на сколько? Да на 16. На 15, наверное, да? Даже меньше, наверное, лет на 10. 52-го года. А ты, доктор, 62-го. 65-го. Ну вот сейчас на 13 лет всего тебя старше. Так что он тебя еще может пережить, доктор. Я вам хочу сказать, что вы же, может, вы же понимаете, как он появился на политической арене. Вот тоже его выгнали из КГБ. Крючков выгнал, он таксистом там работал, он у Собчака, то есть его путь тоже, в общем-то, достаточно молодец. А смотри, Собчак его приютил в свое время, а сейчас он как гнобит его дочку. А чего ты гнобит? В отношении даже дела не возбуждали. Деньги все отдали. Я вам хочу сказать, что это трагедия. Другими купюрами. Это трагедия государства, когда каждые там 50-60 лет меняется политический слой. Это, кстати, говорит то, что государство не может так развиваться. Но вы же сами за это. Вы опять хотите поменять. Алексей Борисович, чтобы все остались и тихонечко рулить. Подождите, рулите, так вы давайте реальные экономические реформы. Вы давайте. Что, вы плохо живете? Ну а что? Ну, я живу нормально, но люди, так сказать. Кто? Окружающие. Ну, так вон, они все так довольны жизнью. Так они даже не работают. Они радеют за оборону страны, за вырубленный Балатовский лес. Они ни один не сказал, что я не доедаю. Не, ну это город-миллионник. А посмотрите, какая деградация в районных городах, в поселках. Кто там мешает сюда приехать на заработки? Там же люди практически не конкурентоспособны с точки зрения образовательных цензов и так далее. Да нормально. Вот был в Куедедах, и там все весело. Как Олег сказал Чиркунов? Чирик. Чирик. Где родился, там и пригодился. Да. Ну, не знаю, нормально, и в Кудынкове люди нормально живут. Чиркунов миллиардер, вы знаете, потому что он просто в список не входит, но у него миллиард. А как он не входит в список-то? Ну, Форбс российский. А что, не хватило бумаги? А Виталий Татаркин, у него украл 250 мультов. Ну, это... Поэтому я вам хочу сказать, что, к сожалению, это трагедия России, что Романовы уже тоже практически с белого листа начинали, так сказать. И крот не был, когда менял Рюрика. И то же самое здесь, в 17-м году была сменена политическая... Романовы-то пришли к власти совершенно случайно. Было два клана, да? Ну, кстати... Было два клана, и... Тот же... Кого взять? Кого взять? Тот же и Фоменко. Сказали, да давайте пусть Романовы, кстати, будут. Они вроде бы ни туда, ни сюда. Тот же Фоменко пишет, что Ивана Грозного не было. Что это четыре разных человека управляли, так сказать, под видом одного царя. Мы все смотрели кино «Иван Васильевич меняет профессию», и с вами не согласны. Ну, это по пьесе Булгакова снят фильм, и, так сказать... Там веселый такой Иван. Грозный. Ну, давайте немножко закругляться уже, потому что время подходит наше к концу. Да, да. Так вот, 41 спасибо. Минута. Да, спасибо. Ну, пока у нас тут то, все еще. Алексей Борисович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну, да. И я думаю, что мы все равно должны немножко свой революционный пыл, мне так кажется, притупить. Мне кажется, нужно уже согласиться, что... Вот вы правильно сказали, 50-60 лет меняется строй, но это неправильно. Ну вот, организовалась эта либеральная новая элита, ну и пусть. Чего мы плохо, мы голодаем, что ли? Она меняется потому, что она не хочет видеть, что в обществе происходит. Да нормально все в обществе, люди хорошо живут. Надо власть держать нос по ветру. Нет, нормально, и в районах люди нормально сейчас живут, Ну может не ездят, извините меня, на Porsche Cayenne. Так работать надо. Да, кто работает, тот нормально живет. Есть и злые прекрасные люди, из Чусового, из Березняков, из Кунгура, из Кудымкара.
Нормально там люди живут. Не надо. То есть все, если бы были недовольны, вышли бы уже давно на улицу. Да, нет социальных лифтов. Практически сегодня уничтожена система управления кадровой политикой. Ну, это проблемы, конечно. Нет, нет. Это все уничтожено. Никто к революции, так, я никогда к революции не призывал. Я юрист, и поэтому уверяю вас, все намного сложнее. Но я хочу сказать, что вот та система организации власти, которая сегодня, она совершенно ненормальная. И самое главное, что сегодня власть должна понять одно, что стране нужна оппозиция. Если вы, да меня, нужна, если вы меня не пустите в парламент, то на с улицы придут, так сказать, Удальцовы и так далее. То есть, поэтому это... Террористы. Землячки. Сергей Землячка. Поэтому... Спасибо большое, что начинаете. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что слушали, уважаемые радиослушатели. Я благодарен вам за такую активную позицию, за звонки и надписи в интернете, потому что, ну, с вами уже, так сказать, нас связывают уже почти год общения больше. Большое спасибо. Спокойной ночи. А что, вам реально кто-то пишет? Да, пишут в интернете, в этом, в ЖЖ мне пишут. Что пишут? Сережка? Ну, что вот там ввели, там кто-то сказали. Ну, или в этом? Ну, видно, что слушают. Нет, много нет, да. Соглашаются, не слышат. Не, люди на самом деле же не только хотят прощаемся, я устал. Про женщин там и так далее. Хотят и по политическим вопросам поговорить.